Меня зовут Динара Саякова, я являюсь заместителем директора Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток. Данный центр был создан законом Кыргызской Республики в 2012 году. Основная цель создания – это предупреждение пыток посредством проведения внезапных превентивных посещений мест лишения ограничения свободы по территории всей страны. В последние годы проявилась яркая политическая воля, и государство обратило особое внимание на проблему применения пыток в нашей стране. Возникла идея определения стоимости последствий пыток, и мы, как государственный орган, непосредственно отвечающий за предупреждение пыток в нашей стране, активно принимаем в этом участие. Это исследование охватит все субъекты, которые принимают участие в процессе и расследования, и судебного разбирательства, и органов защиты, и также, конечно, интересы самой жертвы пыток. То есть это исследование охватывает интересы всех задействованных в данном процессе лиц. Результатом исследования мы хотели бы обратить внимание государственных органов, от которых зависит принятие решений, о том, что необходимо уделить больше внимания усилиям по предупреждению пыток, включая финансирование сферы предупреждения пыток, нежели бороться с последствиями.